Горбачев. Born in 1940 in Bryansk district of Russian SFSR, Anatoly Grachev became a prominent special correspondent of Pravda newspaper. Throughout his career in the principal newspaper of the country, Grachev's coverage focused on Central Asia and the Caucasus. In early 80s, Grachev was relocated to work in Turkmenistan. In 1986, along with Turdi Bayramov, he participated in the legendary horse race Ashgabat-Konya-Urganch-Ashgabat. In 1989, together with Bayramov and journalist Mikhail Pereplesin, Grachev published a memoir of the horse race, The Riders of Karakum. Туркмения мне так понравилась вообще, с ее экзотикой, с ее людьми. Это впервые, когда попадает человек в Туркмению, для него это, конечно, экзотика. Это все, там все интересно. Там такие дыни, арбузы, виноград, такие фрукты. Просто прелесть. Но, конечно, самое ценное для республики – это люди. Народ очень трудолюбивый, доброжелательный. Добродушный. И вот я интересно, как познакомился с Дурды. Мой товарищ один, с обкорком «Комсомольской правды» был, пригласил меня к нему пойти на день рождения дочери. Вот впервые я пошел к Дурды Байрамову домой. Работу я уже его смотрел. Но я посмотрел, как он живет. Он жил в маленькой в двухкомнатной квартире, 6 человек, представляете? Вот это я сразу, так как я правдист, я должен тут побороться за справедливость. Я ему спрашиваю, ты почему не сходишь в горосполком, не попросишь, 6 человек в двухкомнатной квартире на 36 метрах живут, это что же такое? Он скромный был, да нельзя. Я все ему ничего не сказал. На следующий день пошел в Ашхабадский горосполком, пришел, сказал, так, друзья, у вас работает художник Дурды Байрамов. Картины я увидел, прекрасные работы. Но вы знаете, в каких условиях он живет? Мы не знаем. Так вот я скажу, он живет в очень стеснительных условиях. 6 человек в маленькой квартирке. Я просто требую от имени правды, чтобы ему дали квартиру. И вскоре он получил 4-комнатную квартиру. И вот я, когда познакомился с ним, стал ходить к нему в мастерскую. Я видел, как он работает, и работы мне понравились. И потом я каждую неделю заходил к нему. Вот приду, а у него друзья. 3-4 человека всегда сидят. Я говорю, так, ребята, попили кофе знаменитое у Дурды? Попили. Пообщались. Так, идите, ему надо работать. Да и я сам, вот иногда даже что-то произойдет, какое-то неприятное событие, настроения нет, я иду к нему. Приду. Вот увидим эту его улыбку добрую, пообщаешься с ним, посмотришь работы, и как-то все уходит, все неприятности забывается. Потом уже он меня часто брал на выезжает за город куда-то на этюды. И звонит, говорит, Анатолий, поедем? Поедем. И поехали с ним. Потом познакомился поближе с дочерьми. Там же Бахара тоже художница. Ее работы смотрел. А потом мы даже приезжали, когда я уехал из Ашхабада с женой к ним на 2 недели. В общем, это такой прием был. Наверное, родные так не встретят, как они нас встретили. И семья, конечно, у него прекрасная.
Я там общался, фотографировались. Две недели это были просто какой-то праздником души, можно сказать. Это мы уже года три как уехали, потом вернулись. Только фотографии наделали. И вот придешь к нему в мастерскую, он говорит, работа показывает. Анатолий, вот какая понравится картина, бери. Ну, брал, которая понравится. И что интересно, он ни одной картины не продал. Вот он подарил 440 картин. Все подарил. Это же надо, какой щедрости души человек. Нас связал конный переход через Каракумы. Это была незабываемая поездка наша. Там с джигитой на 12 лошадях. Мы в сопровождении. Вот там действительно мы так сошлись близко. Спали в спальных мешках рядом, в пустыне. Там днем жара, а ночью холод. В спальных мешках. Он же всех и зарисовывал, участников. Так к нему там очередь. Как приходим на отдых. Все. Дудрый Павлович, друг, меня. Нарисуй меня. И он трудился вообще. Я не знаю, как он не уставал. Вот все-таки он молодец, что старался все это запечатлеть, потому что конный пробег-то был дорогой славы отцов, как в 1935 году джигиты на халцикинских скакунах туркменских дошли до Москвы. И они вот решили, молодежь, ну, как бы повторить вот эту поездку. И через все Каракумы 3 недели мы шли. Меня вертолет прилетал, забирал, и я передавал репортаж, правда, на какой-то район или вот, где есть телефон. Передавал репортаж. И репортажи мои шли. Вот. А итогом поездки стала вот эта книга, которую мы написали вдвоем с ашхабадским журналистом. Он их рисовал без конца. Там же и люди были, которые занимались конями все время. Смотрели. Он возле них. Крутился все время. И все с этим все. Рисует. Разных коней. Нарисовал столько. Я потом посмотрел в рисунки. Боже, сколько он нарисовал много. Ай, молодец. Конечно, это трудный был переход. Тяжело. Вот я даже стихотворение написал об этом переходе. Турды-Байрамов. С молодежью через Каракумы. Наш знаменитый конный переход через почти безлюдную пустыню, как теплый уголок в душе живет и никогда, наверное, не остынет. То молодость решила покорить суровых каракумов непокорность. Мой друг хотел романтиком побыть, или джигита в нем проснулась гордость. Став членом группы, он меня позвал преодолеть этот маршрут горячий. И в Каракумах я тогда познал, что плен пустыни в самом деле значит. Жара струей за воротник бежит, барханы монотонностью дурманят, и зыбкие за далью миражи обманными оазисами манят. Минуты были очень редких встреч. Чабанский пункт или малое селение. Команде все старались уберечь здоровое, живое настроение. Художник лишь трудился, как пчела, когда на отдыхе и кони, и джигиты. Цель у него высокая была, чтоб этот марш остался незабытым. Я благодарен другу от души. Пустыня дружбу нашу укрепила нашу. Он в сочных красках замысел решил. В моем портрете, сделав его краше. У костра всегда вокруг него собирались все, потому что
ему есть что рассказать. Он же столько знаменитых людей написал. И о каждом портрете, о каждом, может рассказывать. И все слушают, как он нашел этого человека, как уговаривал его попозировать, как не соглашался, и все равно своего добивался. И как они ведут себя, когда позируют. Столько вещей интересных рассказывает, и все сидят, уже ночь, спать надо, звезды над головой рядом. А он все рассказывает и рассказывает, и никто не, хоть, не идет отдыхать. Ну, Лев Иванович, давайте еще, еще, еще. Он же там давал и мастер-классы детям. Вот в поселок придет, и идет, детей собирает и учит их рисовать. Ну, он хорошим стал фотографом вообще-то. Потом он, я посмотрел у него однажды, когда хорошо покопался в его архиве, там в мастерской, когда сидели. Я говорю, друг ты мой родной, ты хорошим фотокором стал. Может, пойдешь в газету к нам работать? Хорошо он начал фотографировать. Не, мне портрет его нравится. То есть у него, ну, у него свой стиль такой. Ну, не похожий он ни на кого. Ну, он иногда, вот я как бы был его первым рецензентом. Когда он напишет картину, звонит, говорит, Анатолий, приходи, я работу закончил. Приду, смотри. Так, не жалей меня, если что не так, говори. Ну, какие-то я там нюансы ему говорил, какие-то. Но он и прислушивался иногда. Спасибо, говорит. Я же уже до того полюбил живопись, уже тоже стал разбираться в ней. Поэтому он всегда и иногда советы какие-то. Ну, конечно, мне нравится его картина «Бессмертие», скажем. И вот «Ковращица девушки» тоже хорошая картина. У него много-много, он вот выбирает такие лица необычные. И всегда как пристает к этому человеку и уговаривает, чтобы написать. Ну, когда мы закончили, вернулись в переход конный, он однажды говорит, давай я тебе напишу. Второй портрет напишу. И все, я хочу там свой замысел решить. Какой? Ну, посмотришь. Ну, некогда было, конечно. А он как привязался, все. Давай и все. И вот ходил я к нему, наверное, недели три или четыре. Но потом, когда посмотрел, когда он вот это обрамление сделал вокруг портрета, все, что было там в переходе, он, ну, не все, конечно, но отразил вокруг портрета. Ну, я думаю, хороший портрет получился. И самое главное, один улыбающийся портрет у него. Это я. И я ему условия поставил. Дурды, говорю, я буду позировать, если ты меня не таким суровым написал первый портрет. Ты мне второй напиши посветлее. Может, с улыбкой. И он согласился. Ну вот что меня поразило, вот мастерство художника. Когда я сел, вот второй портрет, посидел, ну, минут 10, наверное. Смотрел там, раз. Потом говорит, ну иди сюда, посмотри. Я смотрю, вот в этих линиях я уже узнал себя. За 10 минут. Слушай, как ты, говорю, мог так сделать? Ты уже ухватил, уже я себя узнаю. Ну, говорит, это мой секрет. Моя тайна. Конечно, я смотрел. Говорю, нет, тайну я твою, конечно, не узнаю никогда. Анатолий Грачев's second portrait
was created in 1986, just a few months after the horse race Ashgabat-Gunya-Urgench-Ashgabat. It is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto. А первый портрет очень быстро, да, он меня сразу пригласил позировать. Я говорю, ну подожди, я еще тут не освоился как следует в республике. Ты меня уже на века хочешь написать. Не, говорит, друг, давай. Ну что делать? Я ходил. Ну тоже недели три ходил, кажется. Вот еще я написал стихотворение, когда и сам впервые позировал художнику Дудебалем. И он меня, первый портрет мой, он писал. Мне это так впечатлило, что я написал стихотворение, которое я хочу прочитать. Мой верный друг, минуло столько лет, но не подвластна та пора забвенью, когда писал ты первый мой портрет, отдавшись весь в объятия вдохновенья. Взгляд светлой одержимостью горел, уверенный полет покорной кисти. Сказал, к работе над портретом я созрел, только писать его мы будем вместе. И началось творение волшебства. Пустое полотно вдруг оживало, рождалось в красках чудо мастерства, но его тайна мне не открывалась. Я чувствовал на празднике себя, смотря, с какой ты радостью трудился. Сам Бог тебя, наверное, полюбя, решил, чтобы с талантом ты родился. Считаемый месяц жили в мастерской, коллеги шли на кофе бесконечно, душевной широтой и добротой. Твоею, друг, я тронут был сердечно. Закончен труд, желанный груз ты снял. Я русский журналист, потомок брянский, волнуясь, с восхищением обнял туркменского художника по-братски.